during mining, so chances are it's in the nearby mineral mine. Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем играть в Hide and Deep. В общем-то, после последнего раза мы здесь остановились, но мне пришлось перепройти все это заново, потому что там неудобный баг получился с вылазкой наружу. То есть там из воды мы не могли сначала спуститься в прошлой серии, кто не смотрел, а потом я там взорвал все это дело. Мы смогли персонажа развернуть, проплыть обратно, но когда я пошел обратно и начал оттуда вылазить, чтобы пролезть обратно в эту кишку, там пространство слишком маленькое было, и он все время норовил вниз уйти опять, а не туда, куда нужно. В общем, посмотрите фрагмент. Итак, мы продолжаем. Значит, с этого места у нас теперь второе задание — найти пространственный резонатор. И по карте он мигает в пещере в самом низу. Теперь нам надо туда идти, потому что в прошлой серии мы по этим пещерам лазили. Это было бесполезно, я там все патроны потратил. У нас с собой вот сейчас есть винтовка 32 на 124 и 16 на 187 патронов пистолетных есть. Вот теперь нам, по идее, правильно нужно проплыть по этой воде. Поехали сразу. То есть он тут глупо вот так вот разворачивается и впирается в стены и не может пролезть. Сейчас вот здесь вот посмотрим, еще здание было. Ой, не здание, это пространство. Здесь, по всей видимости, все пусто. Я просто уже забыл. Хотел сразу записать, но опять же сел сразу записывать, и нифига не получилось из-за того, что он там у меня не пролазил. Сейчас подышим. Погнали. Сейчас в два этапа. Сначала в центральную зайдем, проплывем. И после этого сразу еще раз рывок сделаем. Я думаю, сегодня должно все получиться. Миссия очень такая, как бы долгая, но вот сколько у нас на таймере? 22 минуты. То есть я за 20 минут дошел до этого же момента. Когда знаешь, куда идти, уже гораздо проще. Так, и здесь сразу надо наверх успеть. Вот эта маленькая дырка, он в ней обратно не может развернуться. В общем-то, вы все видели уже. Все, вот такие пироги получаются. Соответственно, у нас в прошлый раз карта была сильнее разведана. Сейчас не так сильно все это разведано. Но что поделать? Что поделать? Будем сейчас сидеть, вспоминать вместе все это дело. Все заново. Так, вот, видишь, он опять к лестнице магнитится. А мне нужно, чтобы ты сюда полез вниз, чел. Вот так вот. Не сдох же, это самое главное. Просто испугался, думал, там это какая-то фигня сидит. Так, это у нас что? Это еще какая-то маленькая аномалия здесь была. Сейчас мы перейдем, сейчас убьем летунов. Так, и выходим в аномалию. В прошлый раз, я помню, мы здесь ковырялись. Так, есть. Там паук и наверху. Нормально, нормально. Главное, патроны экономить. Это самое главное. Да чтоб тебе опять наверху согрелось. Он вообще не реагирует, когда издалека в него попадает что-то. Ему вообще пофигу. Так, соответственно, здесь нам надо вот сюда проехать выше, я помню. Погоди. Допустим. Поехали. Да я ж в тебя попал, что ты это? 35 хп осталось. Ну, в запасе еще 37 жизней, нормально. Я вроде в этот раз не разбазарил особо так. Ох. Тогда мы здесь с вами остановились, то что это, на пистолете пули кончились. Фига какая дерзкая. Минусы, и сейчас вот эту еще личинку подстрелим. Ш
Ну так, отлично. Так, по карте нам показано, подожди, сразу вниз надо идти. Там кто-то летает. Сейчас посмотрим, что там внизу, сразу. Мы можем, кстати, с винтовкой походить, пули тоже есть. Зачищать все это дело винторезом. Так, а мы что, прошли здесь просто тупик? Хорошо, я понял, идем в обход, могли бы просто по прямой пройти. Тут такие лабиринты, я с этого забыл их. Если что, я играл на прошлой неделе, получается, и потом долгое время по Hidden Deep серии не выходили. Как-то так. Подожди, карта. Да какую карту? Блин. Кто сагрился? Покажись. Как? Как я промахнулся? Что за бред? Серьезно? Ты на меня? Так, это идет выше. А, ну как раз это и есть обход. Мы через низ прошли, могли через вес, через верх пройти. Окей. Стопы, стопы, стопы. Нам куда-то сюда надо и вниз пойти. Опять сагрились. Бесит то, что они иногда выплевывают вот эти вот личинки какие-то. Да что тут? Управление шлепное. Так, это у нас для винтореза. Это для пистолета, хорошо. Наверное, лучше с винтовкой ходить. Вылазьте, вылазьте, сюда, сюда. Выходим, выходим. Вот эти сразу долбать в первую очередь. Догоняет, а? Хорош. Блин, там она выплевывает. Еще нарожала этих пауков сейчас. Капец. И еще одна там есть. Да сколько в тебя попасть-то надо? Отлично. Пипец. Смотри, у нас пуль опять мало остается. Обойма, считай, осталось. Ну правильно, тут еще это.
Так, отходим назад. Здесь что есть? Здесь ничего нету. Давай карту быстренько глянем. Все, нам в пещеру, вот туда и надо пойти. Просто логово этих чудовищ. Так, мы пришли. Мы пришли, мы здесь. Опа, опа, опа. Я ее не заметил. Смотри, как она агрится. Просто сверху прыгает и все. Пошли вон. Сколько вас еще переложить здесь надо? Так, я не помню, мы в прошлый раз что-то здесь приходили или не приходили. Я не понял, что здесь делать надо. Даже там какие-то коробки с бонусами. А ну-ка, открывайся. Отлично. Пространственный резонатор. И потрохи. О, вообще по 200 потрох дали, хорошо. Найдите все необходимое, возвращайтесь к основному числу, если в шахте не успел прочитать, но давай посмотрим в заданиях. Вернуться в основную шахту лифта. Вход шахты над нами находится, и основной лифт наверху находится, то есть... Насосы охлаждения, смотри, мы в этот раз не посещали. А, ну его типа нету, там аномалия, я пробегал, там это просто балкончик был, то есть нам вход шахты посетить надо. И вернуться к основному лифту. Хорошо, пойдем. Ну, нам дали опять же много патрон. Скорее всего сейчас какой-то замес где-то будет. То есть там вот где был лифт. В прошлой серии мы там лазили. Там какой-то кран стоял. Соответственно. Видишь, сколько здесь наспавнилось. Мне любопытно, что здесь наверху находится. Может, какие-то плюшки, бонусы. Или типа просто здесь кишка такая. Видать, просто чтобы подзапутать игрока, ничего здесь нету. То есть мы отсюда вошли, здесь спустились. Одно и то же. Может, как-то можно было пройти, хотя, ну... По стелсу, ну вряд ли здесь эта плюшка стояла, которая с пауками. Она бы это, ну, не дала нам беспалево пролезть. Так, ну здесь наверх. Чтоб тебя. Вот так-то лучше. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Идем, 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 идем. Потолку засобачиться. Да. Просто она что-то с высоких расстояний не добивает, как будто у нее уже энергии такой нету. Но мы... Нам, наверное, сюда надо на порожек залезть. Ага. К нам еще один удар, и мы сдохнем. Давай с этой стороны поднимемся, попробуем. Да что? Как так? Там ничего не видать. Здесь идет наверх. Скорее всего, наверх надо. Ага,
Хорошо, 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 поехали. Так, подожди. Карта. А чё нам пещера-то мигает? Мы же... забрали все, у нас задание-то. Найти пространственный резонатор. Мы его взяли. Чё ты моргаешь мне там? У нас вернуться в основную шахту лифта. Вход шахты. Основной лифт там моргает. То есть нам вот сюда же надо прийти. Бред какой-то. Так, я здесь выше могу? Он сползает. Может, мы здесь и не пролезем. Давай через справа тогда пройдем вот сюда. Спуск вниз. А, вот, подожди, этот как раз таки кран. Даже не добивает. Да откуда ты еще сагрился? Серьезно? Иди нафиг отсюда. Крысы летающие. Так, блин, и чё загрелся? Ну вот скотина такая, а. Здесь просто типа пот вообще. Откуда? Здесь просто проход такой в обход. Да, он соединяется, то есть мы могли здесь пролезть. Так скажем, выбор был. Ну и чего дальше? Где мы? Вход в шахты, туда. Пока нет никого. Начинаешь ехать, появляются. Откуда вот ты сейчас? Кто сагрился? Покажись. Смотри, они где-то там вот агрятся, но не показываются. Как? Мы же снизу пришли. Откуда ты там взялась? Реально? Мы теперь в каком-то низу появились. Ну, конечно, давай, иди сюда. Чё ты сейчас-то не агришься? То есть мы отсюда, наверное, полезть не сможем. Это неудачный пример, потому что он зацепиться не может. Вылетайте сюда. Все понятно. Зря я здесь это... окунался вниз. Погоди. Там просто получается угол неудобный для выстрела этого крюка. Ну и где ты? Я надеюсь, это все. Давай, 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 давай. Я понял, она моргает, наверное, моргает, чтобы мы правильным путем пошли, то есть не тупили через те места, где мы уже пролезли, а чтобы прошли именно здесь. То есть, да, мы пришли вот сюда, но здесь есть крюк. Теперь вот один момент у меня остался. Хорошо, до сюда мы дошли.
А как нам обратно залезть? У нас других игроков никаких не появлялось. А вот здесь что получается? Вот мы вверх залезли. Куда уходит эта шахта? Типа окей, а-ля потолок. То есть никаких дыр, ничего такого не видно. Правильно? Или вот там наверх еще как-то выше уходит? Или это сделано, чтобы нельзя было зацепиться? Просто там, по-моему, никаких выходов тоже не было. Я зря так сделал, инерция теряется. Ну ладно, попробуем здесь пройти. А как нам зацеп сделать, организовать? Чтобы не сдохнуть. Так он в огонь здесь сейчас нырнет. И чего? У меня крюк завис, кошка это. Типа таким образом. Это бред. В мелочах познается все беды в игре. Так-то я мог бы обратно здесь вылезти, если бы был логичный такой проход. Там где-то был еще пульт управления. Может, как-то его надо задействовать или что-то такое сделать. Но это не точно. Но мы можем посмотреть, потому что особо там монстров уже нету. Я помню, что мы здесь как-то в прошлый раз прыгали, но это не очень удобно было. Так-то я мог бы и снизу выйти. Правильно? Как ты мог сдохнуть вот на таком ровном месте, скажи мне. Ну давай, ну вот что за затупы пошли? Вначале так все хорошо было. Здесь мы не можем подняться, нам тоже угол какой-то не позволяет. Сейчас попробую приловчиться. У меня тупо так не получится выпрыгнуть, наверное. Видишь, он в стену бьется, инерции никакой. Сейчас. Давай, я ж тебе нажал, я тебе shift нажал. Я не понимаю, зачем мне показывать, вот типа иди через шахту, он там огонь горит, и как-нибудь типа изловчись там крабом, проползи, пролезь. Ну сделайте тогда уж нормальный проход, ну ё-моё. Зачем так делать-то? Либо просто можно вниз тогда пройти через нижнюю вот это отверстие, где мы пролезали, да? И вообще не париться. То есть там как-то пролезть тоже изловчиться. Но здесь целенаправленно идет, типа, проход в шахту здесь, и, ну, давай подумаем, как там пролезть. На полуостровок этот встать, на островок земли. Ну, бред, неудобно же сделано, правильно? То есть мы выходим, смотри, здесь просто он... зацепиться вам... А, вон, подожди, там есть за что зацепиться. Там летающая хрень была. Не одна еще.
То есть им можно через огонь пролетать. А нам нет, а нам нельзя. Ну хорошо, хорошо. Это я понял. Да. То есть я не могу вот сюда крюк засандалить. Ты серьезно? Стой, стой! Flying Rock. Достижение получено. Так, а где она была там? Вот она. Вот его тянет. Я уже давно нажал, типа, ну, чтобы он не ехал. А его тянет все равно. Здесь вот этот кусочек земли. Что нам с него делать? Интересно, он мертвую петлю сделает? Не, инерции не хватает. Типа солнышко. Что делать? Насколько мы вниз можем опуститься? Все, это тоже предел. Это бред какой-то. Я вот сейчас остался типа в ловушке, получается. Я же не могу в воздухе там выстрелить, перецепиться как-то. Ну ладно, будем рисковать. Давай сейчас возьмем энергии побольше. Раз, до сюда доехал. И два. Чуть больше. И три. И сейчас разобьемся. Сейчас я еще пониже спущусь тогда. И четыре. Еще чуть пониже. И сейчас прыгаем. Ну. Других путей я не вижу, вот, честное слово. Если действовать по логике игры. Стой. Отцепись, отцепись. Ну куда ты упал? Я нажал тебе отцепиться. Просто ты отцепил трос, стал крабом, блин, и полетел вниз потом. Смотри. Хорошо, мы остались здесь. На островочке на этом. С него мы можем как-то там бахнуть? Хер. Хер. Здесь может зацепиться, да? И как я должен сюда попасть тогда? Почему ты сюда зацепляешься, а вот чуть выше нет? В чем причина? Не, конечно, может, я что-то неправильно делаю, как бы, но эта миссия просто меня запарила уже. Мы либо не долетим, либо перелетим. Делайте ставки. А здесь он может зацепиться. Даже нам вот туда дальше надо как-то. Thank you.
если у вас на этом сложность игры построена, на кривом управлении. Нет, игра вообще мне зашла. Я, то есть, те миссии проходил вообще с удовольствием. Но вот эта первая миссия с аномалией, и она у меня вызывает очень... Ну, такие прям вопросы, вопросы вызывает. То есть, ну, здесь мы уже можем пролезть. Ну хорошо, хоть башку не оторвал. Электричества так и нету. Смотри, там еще новые появились. Аккуратно. Вверх поедем? Не, не поедем. Хорошо, не поедем вверх. Чтобы ненароком не упасть. Ну, мы вернулись. Все. Все, миссия закончилась. Я надеюсь, следующая будет нормальная, будет хорошая. Не придется дробить их на две части и все такое, как, блин. Ну, вот это, конечно, с канатом, то, что вот эти прыжки, мне такое не нравится. То есть, сложность должна быть сложной, интересной, но не тупо построена на какой-то кривизне вот на этом всем. То есть, либо я что-то просто сейчас сделал неправильно, не допер, как пройти. Но, как по мне, типа, она мигала точка, что приди сюда, здесь зацепись, там, перепрыгни и все. Ты хочешь удобно выстрелить, он крюк от, ну, не пристает к этой, не зацепляется. И ты, получается, как бы в подвешенном состоянии остаешься. И в подвешенном состоянии остаешься, когда уже болтаешься ни туда, ни сюда. Вот эта инерция, типа, раскачки. В общем, как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. И всем всего хорошего, ребята. Всем пока. Подожди, что это? To be continued. То есть, я сказал всем пока, а мы, получается, прошли всю сюжетку. Это была последняя миссия в игре. Хотя я читал, что на 20 часов игра рассчитана. На 20 часов где-то писали, что игра рассчитана. Я посчитал по нашим этим, мы потратили-то всего ничего. Подожди, как так-то? Ну, то есть, если я продолжу, я попаду в эту же миссию. И у нас остается режим испытаний посмотреть. Так что в следующий раз будем смотреть режим испытаний. Все.